Всем привет! Сегодня 1 мая. Макс у бабушки с дедушкой. Нет, почему? Все открыто. Сейчас мы приехали в Модерн. Я хочу купить себе расческу. И все. Вроде ничего больше мне не надо, да. Новую расческу. И мы идем туда. Не знаю. А они какие, пластмассовые? Да, помню. Пластмасс. Ну, посмотрим. Ой, вон такой лежак маме надо. Сейчас будем выбирать маме подарок. Я хочу ей какую-нибудь красивую статуэточку. Ой, фигурку. В огород. Чтоб было. Мы побыли в Ленде, но увидели, я так вам показывала. Потом, наверное, попозже, или может быть в следующем влоге, покажу вам, что я выбрала маме в подарок. Сегодня мы без Макса, завтра поедем к родителям есть шашлыки, машину переобувать, планы есть. Вот, покажу вам еще, какую я купила расческу дома. Ну, хотя сейчас могу вам показать, что ждать. Я покупала Модерн, магазин Модерн. Она клевая, такая деревянная, красивая такая, цвет классный прям. Ну, на камере кажется белая, да? С такими этими. Расчесывает вообще классно. У нас на улице жарко, я вот в такой кофте в теплой. Думала, холодно. Сейчас скажу даже сколько градусов. Сейчас. Мы заехали в маяк, я уж не пойду. Сейчас на улице 14 градусов. Завтра тоже тепло, и дальше будет тепло. Все, сейчас мы еще заедем в спортмастер, наверное. Тебе кроксы посмотреть. Вроде продаются кроксы там, не знаю. Надеюсь, что не зря пойдем. Да. Ох, на улице тепло-тепло. Уже жарко на солнце. Вот мы приехали домой. Вот купили в маяке шашлык. Ну не знаю, надеюсь, что вкусный. Написано кавказский. Вот два сыра, какой, не знаю, не копченые. А какие они? Сыр. Сливочные, да. Два энергетика, вот такой расческу я показывала, что купили. Тут получается огурец, ну это мы на вечер. Вот такой сыр жарить, помидорки, 7-day, а синий мини 7-day, это не другое. И вот такие вот, как они называются, макосины, наверное, да? Ну, слепоны. Слепоны стоят в Ленте 350 рублей, если кому нужно. Взяла вот такие щипчики, наконец-то. Я их уже 100 лет хотела. Ну и заколочки такие тоже для одной прически. Жвачка. Вот, такие покупки были. А еще позже другое покажу. Вот еще покупочки. Я наконец-то купила... Оригинальные кроксы. Прям оригинал. Такие голубенькие. Чехол на паспорт вот такой взяла для себя. Взяли мы визитницу. Не помню, какой магазин, как он называется. Я даже не смотрел. Ну, зашли в первые попавшие, где сумки продают. И такой чехол. Ой. Обложку на паспорт муж сам себе выбрал. Ну, не знаю, сам выбрал. Нравится, пускай ходит. Мне нравится. А, еще, кстати, у меня появился... У меня, кстати, еще появился новый чехол на телефон, такой тоже яркий. Сейчас покажу.
такие покупки были. А ну мы еще заехали, KFC взяли. Покушали уже. Все. Сейчас будем отдыхать.